А сейчас информация о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы России 8-го созыва. Итоги выдвижения сегодня подвели эксперты на круглом столе, который провел штаб общественного наблюдения за выборами. За места в парламенте от Ярославской области по одномандатным округам поборется 21 кандидат. Региональный избирком завершил регистрацию участников. Все так называемые одномандатники представляют политические партии. Два самовыдвиженца не смогли собрать подписи. Еще один отказался от выборов по письменному заявлению. Напомню, выборы будут проходить с 17 по 19 сентября. Проголосовать в Ярославской области можно разными способами, в том числе и через интернет. В нашей области очень много людей пользуются такой услугой. Напомню, что в прошлом году дистанционно проголосовало почти 17 тысяч человек из 118 тысяч, которые в целом участвовали в голосовании. То есть больше 15% из тех, кто принял участие в выборах в 2020 году, голосовали через интернет. Я думаю, что в этом году эта цифра существенно увеличится, поскольку востребованность такой формы голосования велика. Во-первых, это удобно, во-вторых, это безопасно. За легитимностью голосования будут следить независимые наблюдатели. Их набором занимается Общественная палата региона. Также в ее обязанности будет входить видеомониторинг выборов. Сейчас избирком принял лишь одну жалобу на незаконную листовку, но она не получила широкого распространения. Эксперты отметили, что кампания идет спокойно, отсутствуют какие-либо препятствия для партии и кандидатов в донесении своих программ до избирателей, несмотря на большую конкуренцию. Анализировал цифры кандидатов и партий примерно на 15-20% больше, чем в прошлые годы. Здесь можно привести пример избирательной кампании 2007 года, когда было всего 7 партий в бюллетене. Сейчас в 2 раза больше.